Ну что, мы наконец-то добрались до Гуанчжоу. Это вчера, получается, в 3:15 мы вылетели. И сегодня только вот сколько времени сейчас? 17:49. Мы уже как полчаса в городе прилетели. То есть это, по сути, ну, можно сказать, за минусом 6 часов в сутки получились. Летели мы в Хабаровск. С Хабаровска, получается, до Харбина. С Харбина до Гуанчжоу. Если в чистом перелет занял, ну сколько у нас, примерно 2, почти под 3 часа до Хабаровска мы летели с Улан-Удэ. А с Хабаровска до Харбина еще получился 1:30 где-то. Ну и, соответственно, где-то 4,5 часа это мы летели до с Харбина до Гуанчжоу. Тяжеловато очень. В Хабаровске международный аэропорт, конечно, тяжело было найти. Да, это у меня спартаковский, кстати, лейбл. Тяжело было очень найти. Как-то непродуманно немножко. И пришли, главное, двери закрыты. Охранник вышел, сказал, пустил нас погреться. Потому что, ну, а мы-то с внутреннего рейса переходили. Там, наверное, местные-то знают, что там раньше не открывают на международный рейс. Поэтому, соответственно, мы пришли и двери поцеловали. Ладно, там охранник, кстати, нас пустил. Вот. Паспортный контроль достаточно быстро прошли. Заполнили через WeChat паспорт какой-то здоровья, который в итоге нас так и не проверили, который по QR-коду проходит. Ну, формируется QR-код, и типа у тебя должны проверить. Зато когда взлетели в самолете до Харбина, там нам дали анкету туриста, где все заполнили, вот, и она была востребована. То есть непонятно в итоге, нужно, не нужно это. И главное, в карте здоровья ты указываешь, типа, что ты сдавал ПЦР-тест, не сдавал ПЦР-тест.